sixième narodam. Quelle est la représentation spirituelle du boycott? Qu'est-ce que ça veut dire, le boycott contre Israël? C'est quoi, spirituellement parlant? С точки зрения духовной, как можно объяснить этот бойкот? Это пробуждает нас к исправлению? Ну, конечно же. Конечно же. Ты же видишь, тебе не с чем идти к народу. Что ты ему дашь? А ему ничего не надо. Дай мне заработать побольше, дай мне футбол посмотреть, еще что-то. Это то, что я хочу. А тут уже приходят, хотят нас от футбола отключить. О, вот это страшно, да, ужасно. Хотят отключить нас, да, от международной торговли. А я тогда вообще не знаю, что будет результатом этого. Это что-то вообще... Ты понимаешь? Я вижу в бойкоте признак, знак, возможность, который дают народу проснуться. Если ты спрашиваешь меня, я хочу, чтобы это было на благо, но если это будет не на благо, ну так это будет во зло. Ну, я хочу по-хорошему, а так получается по-плохому. Ты выходишь на улицу, ну давайте, приходите, давайте что-то сделаем. На тебя никто не смотрит. Ты увидишь, сейчас несколько ударов свалится, такой бойкот и еще какие-то проблемы. А они с легкостью придут к тебе. Это называется жестоковыйный народ. Кроме казни ничего не понимает. Не понимает. Не принимает ничего. Только за счет удара. Ага, сейчас я понимаю, а что ты раньше не сделал? Я же с тобой говорил-то по-хорошему. А что там по-хорошему? Сейчас я понимаю. Вот как удар свалился. Так это действует. Умные. И вместе с этого еще и... упрямые, и весь ум превращают на то, чтобы свое упрямство еще